Привет, друзья! Сегодня будет такое видео, как я себе чуть не купил настольную лампу на AliExpress. Значит, давайте посмотрим, что внутри. В принципе, почему такое название? Ну, наверное, потому что на AliExpress я себе выбирал лампу такого типа и хотел ее купить. Но, почитав отзывы, мне стало понятно, что данная лампа просто может не доехать до меня в нормальном состоянии. Возможно, я все-таки вставлю там из отзывов какие-то фотографии. Но если вдруг не вставлю, я оставлю ссылочки в описании просто на эти лампы, которые я смотрел. Там вы уже можете сами почитать отзывы, посмотреть фотографии. Наверное, даже так будет лучше. Сами воочию убедитесь. Короче, ссылки будут в описании. У нас такие лампы стоят порядка до 1400 рублей. Скажем так, на Алиэкспрессе можно купить за 10 долларов. За 10-12 долларов можно купить. Но я сделал ход конем. Я пошел на рынок. Походил, погулял, посмотрел, и в итоге нашел сначала за, по-моему, 900 рублей, потом 800, а потом более в оптовой точке нашел за 750 рублей. В общем, вот это вот за 750 рублей, причем довольно-таки качественные детали, в принципе, сейчас вот их видим, да. Вот эта струбцина пластиковая, она может как вертикально крепиться, так и боком к столу. Может, это наоборот, вертикально и горизонтально, но как-то так, примерно. Что в основном на Алиэкспрессе идет поломанным либо помятым? Это вот эти вот плафоны. Можем как бы на этот плафон глянуть, что в принципе с ним все нормально. Его единственный раз при мне собирали, тут царапинки есть. Ну, соединяли, скажем так. Это в условиях рынка, ну или базара, кто как называет. Даже какая-то инструкция по эксплуатации идет, кому интересно. Вот такая вот маленькая, балдаленькая. Так, что у нас указано? Не указано, где произведено. Скорее всего, да, тоже произведено где-то в Китае. Кстати, вот модели этих ламп. Можете посмотреть, погуглить. Тут Жоньшан какой-то, Миракл и так далее. Ну, в общем, Чайна, Китай. Уютель сделана в Китае. Я, кстати, вот как купил эту лампу, так и не трогал. 60 ватт, 220-240 вольт разбег по напряжению. Ну, в принципе, если использовать светодиодные либо экономки, то можно хоть при 160 бы пользоваться этой лампой. Главное, чтобы не больше. Так, как я уже сказал, в принципе, на Алиэкспрессе можно купить от 10 долларов. Ну, опять же, неизвестно какое качество. Тут вы это качество проверили, убедились. Ну, вот, допустим, сейчас мы замеряем вот лампу, да, полностью помещается вроде бы в объектив. Так. Ну, давайте до крепления возьмем, да, вот 70 сантиметров. От этой части до вот этой вот. Так, 70 сантиметров. Диаметр плафона. Ну, можно сказать, что понутри или по центру 15 сантиметров. Ну, остальное как бы тут все стандартно. Это порядка 6. Струбцинка, кому интересно, понаружи почти 8 даже. Ну, как с одной стороны 7,5, с другой стороны 8 с копейками.
всего вместе с этим штифтом 12, ширина губок 3,5, что нижних, что верхних, внутреннее расстояние 5 сантиметров. Ну так еще 3,5, да, 3,5 глубина. Так, в принципе, как бы и все. Единственное, что еще могу показать, мануал, если у меня получится, конечно, по насадке. Тут такие интересные выемки имеются, которые вставляются в пазы и прокручиваются. О, так вот. Сильно переборщил, просто так прокручивается. Ну, в принципе, лампа невредимая, ничего как бы ей не навредит. Для чего нужна лампа? Ну, как и всем, для того, чтобы было светло. Тем более, что у меня на данном столе недостаточное освещение, если вы могли видеть. Как бы уже несколько светодиодных светильников, если быть точным, сейчас работают 3 светодиодных светильника, отдельных на батареях, и 2 люминесцентных лампы, но все равно этого света как бы не хватает. Поэтому хочу закрепить на столе еще в каком-то месте эту лампу и использовать ее как дополнительный светильник. Кстати, под нее купил еще пару вот таких вот максусовских ламп. Давно я их не видел. Довольно-таки, ну, раньше они были очень качественные. 1000 люмен, 15 ватт, и у нас яркий свет 4100 кельвинов, гарантия 2 года. Ну, не знаю, насколько тут гарантия и так далее на них распространяется. Ну, также наклейка эко или пометка эко. Ну, в принципе, очень неплохие. Я, допустим, всеми диодными лампами пользовался раньше только Максус, пока была возможность их приобретать. На российском рынке, по-моему, Максусов вообще нету сейчас. Я могу ошибаться. Ну что, давайте, в принципе, раз на то пошло, хотя бы просто подключим, испытаем эту лампу. Мы же, в принципе, испытываем, да? Когда делаем распаковки, хоть небольшие. Так, включили выключатель. В принципе, все работает, все горит. Становится ярче. В общем, такие у меня новости. Как бы, кому понравилось это видео, переходите по ссылочкам, смотрите отзывы о китайских лампах. В принципе, лампы точно такие же один в один. Единственное, что размеры могут быть разные вот этих вот секций. Там нужно именно писать продавцу и у него узнавать, какого размера эта лампа. Потому что можете рассчитывать на одни габариты, придут совсем другие. Такие вот нюансы, что могут быть фотографии все-таки отличаться. А так, смотрите отзывы. Смотрите фотографии. До новых встреч. Ставьте лайки. Пока-пока.